ущерба, равно не превышает эквивалентное выражение 10 тысяч долларов США, то можете не заполнять экзаменскую наружную декларацию. Пройти так же на контроль с любых рынков, обозначенного специальными показателями товаров, подлежащих пристальному декларированию. При наличии у вас товаров, подлежащих пристальному наружному декларированию, а также ограниченных денежных средств и гарантийных чеков, общих сумм, превышающих только сейчас.
Sağda kesin zevk kazanır. Thank you.